Всем привет! Сегодня продолжаем рубрику «Постройки на телефоне». Сегодня мы построим подвеску на колесах без использования гаечного ключа. Перед началом туториала давайте посмотрим, как она работает. Спасибо вам за то, что вы отправляете свои постройки в мой дискорд или на почту. Я всех их смотрю и лучше обязательно опубликую на своем канале. Также раз в неделю я буду проводить стримы, на которых вы сможете показать свои постройки. Время туториала. Уровень соединения ставим на красный и перемещение на 0.5. Здесь на одно деление внутрь ставим колесо или любой блок. Ставим кнопку или кресло водителя, чтобы к нему все привязалось. И потом еще одно наверху, чтобы к нему привязался поршень. Теперь ставим еще одно кресло и к нему привязываются колеса. Все то же самое строим сзади.
Задний поршень не нужно отвязывать от переднего кресла, как мы это делали в прошлый раз. Все готово, сохраняем и проверяем. На этом наше видео заканчивается. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока!